И всем привет, друзья, с вами Корит, мы продолжаем играть в Ранчо Слаймов. Двигаемся сейчас с вами... Блин, может собрать клубнику, пойти сдать ее, пока я еще не ушел далеко. Ах ты ж, блин, она исчезла, я только хотел ее отсюда снять, она исчезла. Ладно, ну значит, блин, не судьба. Так, мы двигаемся с вами в локацию, в новую, во вторую, которую мы открыли на прошлом выпуске. Вот, сейчас там будем собирать интересное количество слаймов. Будем собирать магматические, которые взрываются, и каменные слаймы. Вот, будем их собирать, относить обратно на базу, смотреть, что для них вообще надо, что они кушают. Ну, красные кушают мясо. Вот, красные кушают у нас мясо. Что у нас кушают? О, синий есть, отлично. Блин, вот эти очень стоят дорого. Было бы здорово их пособирать, конечно. Что кушают у нас желтые слаймы, я не помню. Возможно, ягоды. Это было бы здорово. Если бы они кушали ягоды. Ну, если не ягоды, ну, блин, значит, не ягоды. Ну, и под ягодами я подразумеваю фрукты, да? То есть здесь есть, кто кушает... Так, это у нас выход получается. Давайте в другую сторону пойдем. Есть слаймы, которые кушают мясо, есть слаймы, которые кушают овощи, есть слаймы, которые кушают фрукты. Вот если я найду, если, допустим, желтый слайм кушает овощи или фрукты, это будет здорово. Вот он у нас красненький один. Вот, блин. Забираем красненького. Но он кушает мясо, это по-любому. То есть их, конечно, желательно бы немного. Я не знаю, штук 10 тогда, наверное, возьмем. А, тут все, тут уже тупик. Так, то есть их возьмем штук 10, короче. А желтых тогда посмотрим, что они кушают. Потому что, блин, производить мясо в этой игре, ну, на самом деле, довольно сложно. Ну, не то чтобы сложно, немного муторно. Ну вот, поэтому мы их производить не будем. Так, пойдем сюда. Буду больше специализироваться на мясе и на... Ой, на фруктах и на овощах. Вот здесь вот должны быть желтые. Ух ты, какой смайл интересный. Ты кто такой? Хищный смайл. Да бог... Да бог всем с кроликом. Ты куриц видел? А ну-ка. Я такого не видел слайма, ребят. А где он? Вот он, хищный смайл. Кукарикун. Мясо кушает. Опасный зефир. Хищный слайм чрезвычайно проницательный и может обнаружить жертву издалека. Это усложняет поиск подходящего места для постройки загонов для него. Кроме того, дикая природа хищника передается также любому ларгу, возникшему из плотера. Но хищный ларг всегда дик. Но кто-то в фильме знает, что хищный ларг всегда должен производить медленно. У него всегда есть несколько куриц под рукой, чтобы успокоить ларга. Больше дня, если вот к ней полет на землю, если иногда хочется. Так, а что, из него, получается, не добываются, что ли, эти кристаллики? Или добываются? Ладно, попробуем этого хищного смайла. Он тут только один, по-моему, больше я других не вижу. Возможно, он редкий. Не знаю, ребят. Не знаю. Вижу его в первый раз. Что вот это такое валяется? Мятное манго. А, это, по-моему, кстати, водяные его кушают. Мятное манго. Ну, типа, ихняя любимая, по-моему, у водяных. Ах ты ж, блин, не успел. А, это медовый слайм, это не каменный слайм. Вот, господи. Слаймопедия. Так, смотрим, что у нас медовые кушают. Фрукты. Мятная манго как раз таки они любят. Да, ну так, в принципе, любые фрукты кушают. У меня есть, если что, эти... Ну, короче, если что, есть у меня, чем их накормить. Поэтому будем, короче, собирать вот этих мятных, медовых. Вот, и делать из них различные ништяки. Погнали.
Так, это у нас кошечка обычная. Хищный слайм, интересно, друзья, интересно. О, водянистый есть здесь. Ой, и кристаллик даже есть у водянистого. А что у нас кушают водянистые? А ну-ка. Еда, вода. А, они просто со временем производят, короче, эти кристаллики. Так. Тут еще есть где-нибудь какие-нибудь, не знаю, водянистые или желтые. Вот есть желтый, медовый. Медового взял. Медовых надо побольше, на самом деле. Есть синий кристаллик. Так. Зерной кристаллик. Ну, тут уже слаймов нет. Все, тут как бы уже выход. Надо, значит, здесь их еще смотреть. По идее, должны еще, наверное, резнуться. Но это не точно. Блин, столько валяется кристаллов. Я бы их все бы позабирал. Ну, блин, некуда. Хищного слайма хочется взять. Я его никогда не видел. Хочется пробовать его покормить, что вообще из него там выйдет. Ну, тут, в принципе, все, ребят. Здесь уже все. Давайте тогда возвращаться на ферму. Сейчас вот это все дело скинем. И пойдем еще раз сюда. Уже окончательно все это дело добивать. Так, пойдемте скидывать вот этих слаймов. Хищного я, наверное, закрою вот в этой вот клетке, которая закрыта со всех сторон. Пускай он, наверное, обитает здесь. А медовых тогда закинем вот в эту здоровенную, наверное, клетку, чтобы... Или вот сюда можно, в принципе, закинуть. Давайте сюда их закинем. Вот так вот. Пятеро, да? Пятеро. Эти фрукты кушают. Кошечка у нас кушает, получается, курочек. Вот это дело продаем. Все, 1500 у меня только, да? Пока не хватает еще на... Для фермы водянистых слаймов. А, подождите, мне нужен этот петушок. Так, вот эти вот мне еще нужны. Богофрукты. О, кушайте, кушайте, маленькие, кушайте. Вот, нифига себе, какой-то стал невидимый, офигеть. Ну-ка, и что ты мне дашь? О, хищный плорт. Сколько ж ты стоишь, интересно? А где он здесь? Его тут не показывают, сколько он стоит. Хищный плорт. А, вот он, вот это он, да? 74, нифига, нормально. Хороший у меня такой котик теперь есть, да? Ой, можно еще медовых продать. Давайте еще сорвем эти. Так, может мне хватит. А, блин, это же все равно, это я сейчас только открою пещеру. А в этой пещере же надо будет построить загон. А он же тоже стоит денег. Поэтому такой себе, да. Так, кошечка одна здесь ходит. Но она закрыта здесь. Я бы, конечно, сделал бы еще второй этаж. Так, сейчас пособираем кристаллики, которые у нас здесь завалялись. Ага, еще один. Все, да? Все, давайте вам один богофрукт оставлю на всякий случай. И погнали, медовые вот эти вот сдадим. По 57, отлично. Все, теперь, друзья, идемте покупать. Купим сейчас лужу для слаймов. Лужу для лужовых смайлов. Вот так вот покупаем грот. Идем сюда. Здесь тогда строим, наверное, внизу, да, вот тут вот. Вот здесь где-нибудь внизу поставим, наверное. Да, вот давайте вот здесь. Вот здесь вот поставим. Так, пруд. 450. Блин, ни чуть-чуть не хватило, а. Ладненько, идемте тогда подождем, пускай кто-нибудь из наших слаймов сделает еще чуть-чуть денюшек. А, можно попробовать покормить кошечку, может быть, она нам что-нибудь сдаст. Ага, отлично. Опа, спасибо. Пойдемте сдадим. Вот так вот. Все, 498, друзья, теперь можно смело идти. А какие здесь у нас нужны? Один синий, два таких, блин. А можно, кстати, ведь реально сейчас сдать, да, получить что-то взамен. Ну ладно. В принципе, мне сейчас пока не до этого. Пока у меня задания есть, так что будем эти задания выполнять по чуть-чуть.
Ух ты, тут еще какая-то пещера, я там не был. Ай, вон еще пещера, обалдеть. Сколько ж тут всего сделали, ребят. Я в слайм, в ранче слаймов играл очень давно, примерно, ну, год назад точно. А я вроде 5 скидывал, а где 5-й? А, вот он. Ты че, блин, вылетел маленький? Вот так вот, плавайте и делайте мне самые дорогие кристаллы. Ну, может, не самые дорогие, но одни из дорогих. Так, выходим отсюда, и тогда движемся. Можно поспать. Можно попробовать поспать, чтобы не ночью шляться, не наткнуться на этих черных дебилов. Давайте тогда поспим. Звездная почта у нас здесь. Прочтем. Вот так, давайте спать до утра. Все, давайте сейчас быстренько наших покормим. Мне нужна одна курочка, и погофрукты нужны. Побольше, наверное. Все-таки они всю ночь у нас не ели медовые слаймы. Так, и курочку одну тоже. Опа, кушай, маленький, кушай. Кушай, мой хороший. Ой, ты спасибо. Кристаллики мне дал. Да жрите! Так, это все дело забираем. Вот так вот. Отлично. Блин, зачем я забрал этого? Случайно совсем. Совсем случайно. Так, идем это продаем. Здорово. Водяные не самые дорогие, да? Самые дорогие огненные какие-то, обалдеть. Кристаллические. Ну, водяные, в принципе... Ладненько, двигаемся, короче, ребят. Меньше слов, больше дела, двигаемся. А, давайте посмотрим. Нет, не будем смотреть, пускай, короче, они там плавают и делают нам кристаллы. Здесь я ничего собирать не буду, я сейчас двигаюсь целенаправленно в следующую локацию. Не, ну иди, естественно, если я, допустим, соберу, скажем, где-нибудь увижу желтого этого, да, то тогда, конечно, придется взять. Так, идем. А, я понял, то есть если их, его кормить петухами, нашу курочку, ой, нашего, нашу кошечку, кормить петухами, то тогда он будет давать нам 2 кристалла вместо одного. Здорово. Так, ну тут только курочки, тут у нас петухов нету. Здесь у нас синие, здесь тоже курочки. Двигаемся дальше. 2 кукарекуна, здесь валяется клубничка. Ее брать не будем, двигаемся дальше. 593 монеты, если что, на что-нибудь мне хватит. В принципе, если я сейчас вернусь и мне надо будет что-то построить, то в принципе, я думаю, мне хватит на какую-нибудь постройку. А ее нужно будет сделать обязательно, какую-нибудь постройку. Можно будет попробовать сделать дерево из мангофруктов, как вариант. Опа. Так, кого собирать будем? Тут у нас погофрукты. Водянистого слайма нет. Петушков нету, да? Только курочки бегают. Ладненько, давайте тогда отправимся... Отправимся вот сюда. Тут у нас одни кошечки только рождаются. Тут у нас что? Тут у нас тоже вот кошечка. А, вон вижу петушка. Вижу петушка. Петушка забираем. Есть ящик. Давайте разобьем, посмотрим, что в нем. Синий слайм и редька. Сердце свекла, точнее. Как бы толку никакого абсолютно от нее. Ладненько, здесь тоже ничего нет, ребят. Тогда движемся в следующую локацию. Тут опять появились злые слаймы уже. О, петушок, я вижу петушка. Цыпленочка выкидываем. Еще петушок. Нормально. Все это дело выкидываем и идем дальше.
Так, медовых слаймов штук 5 надо найти. О, есть ящик. Курочка. Штук 5 медовых слаймов надо найти. Ну, остальные уже по умолчанию будем тогда собирать. Так, давайте пойдем вот сюда. Вон, вижу одного медового. Забираем. Здесь медовых нету, огненные. Ну, не огненные, я имею в виду, которые типа из лавы. Так. Может, пособирать тогда лучше курочек? Пока место есть, да? Мало ли что. Вдруг они мне пригодятся. Ну, и взрывных тогда можно пособирать. Пока их еще тут не так много. Давайте взрывных, наверное, ребят, тоже пособираем. Я не знаю, сколько их в идеале собрать. Ну, также тоже штук 10, я думаю, хватит. Вот этого тоже заберем. Вот еще один у нас. Ну, вот еще бы одного собрать, да, и все было бы отлично. Но, к сожалению, больше их здесь нету. Есть вода, ну и все. Там уже у нас тупик. Все, тогда двигаемся в последнюю локацию и идем на выход. Блин, обалденно, ребят. Столько всего нового здесь повыходило. Реально очень интересно на все это смотреть. Так, идем. Опа, курочка. Такая у меня есть, такая мне нужна. Там комок валяется. Так, это злые слаймы. Проходим мимо них. Они мне не нужны. Они мне не интересны. А вот здесь вот можно искать медовых. Должны быть медовые здесь. Там вон курочки наверху. Давайте пойдем посмотрим. А этих уже нету, да? Мятных фруктов. Нету. Здесь у нас вот петушок есть. Есть курочки, которые мне нужны, да? Тут у нас что творится? Он, я вижу, появился медовый слайм, по-моему, наверху. Да, вот он. Отлично. Так, медовый слайм есть у нас. Еще один медовый слайм. Здорово. Есть курочка. Тоже заберем ее. Там больше ничего нет. Все, друзья, тут ничего. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Вот есть и медовый, и огненный. Здорово. Блин, а тут, наверное, еще будут и водянистые. А, ну тогда, если что, можно будет курочек, наверное, повыкидывать. Возьмем вместо курочек водянистый. А где он? Тут только что был водянистый. А, вот он маленький, иди сюда. Так, вон там еще один есть. Тоже пойдем возьмем его. Вот он у нас плавает, хороший мой. Иди сюда. Так. Ну все, мне бы, конечно, в идеале бы еще одного медового, да, но медовых здесь нигде нет, поэтому... Ну ладно, ничего страшного, в принципе. Обойдусь и без медовых. Все, возвращаемся опять на базу. И теперь все это дело надо сдавать. Куда-никуда, куда-нибудь. Курочек наших. Вот так, двух оставлю. Медовых тогда скидываем сюда. А бабах слаймов скидываем вот в эту, в большую. Только, блин, здесь бы еще крышу поставить. Потому что они взрываются, могут спокойно вылететь отсюда. Давайте сделаем крышу. Воздушная сеть. Вот так вот. И все. Так, они тоже у нас кушают только курочек различных. Поэтому двух петушков сюда скинем. Бах, бах, офигеть. Все взрывается. Пойдемте, наверное, белых тогда скинем. Ой, не белых, а я имею в виду водянистых. Скинем в лужу, посмотрим, сделали ли они мне кристаллы. Не сделали еще, ну ладно. Вот так вот вам еще двух сюда. Гуляйте, обитайте здесь. Ой, маленькие какие, смущаются, такие плавают, такие хорошенькие. Так, что я могу вам сделать? Ничего не могу, да, вам сделать, никакого тюнинга у вас нет. Ну окей, тогда двигаемся обратно, возвращаемся. Надо покормить, значит, тогда всех слаймов. Так, возьмем курочек.
курочек, петушков, всех, короче, наберем. Надо покормить огненных слаймов. Ой, капец, тут все взрывается. Так, потом нам надо взять вот эти пуго-фрукты. Покормить медовых слаймов ими. Вот так вот. И здесь тоже. Вот так вот. И вот так вот. Все, давайте теперь покормим все это дело. Так. Расширитель отсека МК-2. Это связанная технология с... О, до 40 единиц в каждый отсек. Воу-воу-воу, тихо. Жесть. Все, надо еще, значит, покидать им сюда курочек. Так, еще курочек покидаем. Кушайте, кушайте, маленькие. Давайте мне кристаллики. Красненькие. Так. Так. Все, да, все, в принципе, собрал, забрал. Это идем продаем тогда. Блин, мало стоит уже, ребят. Очень мало. Да как так-то? Ладно, ладно. Тогда, тогда что мы делаем? А, посмотрим, я хотел посмотреть, что вот здесь вот можно еще. А, вот есть усовершенствование, да, еще одно. Пульсирующая волна, водный отсек. Хранить пресную воду. Так. Здоровье до 150, энергию до 150. Что, сделаем, наверное, на 40 отсек? Или не будем делать? Сапоги-скороходы. Энергия необходима для бега. В принципе, я сейчас как бы особо сильно не забиваю свои отсеки, да? То есть там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Поэтому расширяться, я думаю, смысла нет. А вот, допустим... Допустим... Энергии сделать побольше. Вот это, мне кажется, будет вариант. Ну, ладно, давайте, наверное, не энергии побольше. Давайте, наверное, все-таки как-то расширять наши... Так, собираем. Расширять и улучшать все-таки, наверное, как-то наши отсеки. Я думаю, что это более будет необходимо. Давайте поставим, наверное, плотосборник. Собственно, щит шарманка, которая значительно снижает степень беспокойства слаймов. Так, ну ладно, давайте тогда поставим плотосборник сюда. Вот, он должен, по идее, засасывать, короче, вот эти вот кристаллики. По какому принципу он, конечно, работает, я без понятия. Ага, все, вот так вот. То есть он просто все засасывает и все дела. Вот хочешь, нажимаешь на кнопочку, он его засасывает и вот так вот вытягиваешь. Все, отлично. Давайте здесь тогда пособираем желтые кристаллы. Их здесь много. Так, забираем. Забираем. Ой-ой-ой, все взрывается. Офигеть. Скидываем сюда. Вот, давайте еще поставим один сборник этот. Вот здесь. И еще один поставим вот здесь. Вот, друзья, теперь вообще все шоколадно стало у нас. Обалдеть, обалдеть, обалденно. Все, теперь мы можем собирать их без особых усилий, то есть туда даже можем не входить. Вот, все это дело будет собираться автоматически. Ну, а мы тогда пойдем, я думаю, пособираем еще курочек и петушков. Так.
Ну да, наверное, надо будет пособирать их. Цены, конечно, фантастические здесь. Или, не, давайте, наверное, сначала поспим. Или, может, пойти в ночь. Не, давайте, наверное, поспим все-таки, а потом уже отправимся. Давайте. Так, ну, я думаю, наверное, на сегодня тоже, ребята, тогда закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам нравится Ранчо Слаймов. Вот, будем обязательно продолжать еще играть. Хочется посмотреть на весь контент, который здесь ввели. Курочки нужны, петушки. Вот. С вами был Корет, всем удачи, всем пока-пока.